Курский государственный цирк представляет новую программу под названием «Грандиозное шоу морских гигантов». Дрессированные морские львы играют на арене в мяч, крутят хула-хуп и даже танцуют вальс. Мы работали и в цирке на льду, и в цирке на воде, и в цирке фонтанов. В общем, мы успели везде поработать. Они и летали самолетами, и переплывали паромами. Все умеют, все знают. Разумеется, ластоногие – это кульминация перформанса. Шоу включает в себя и множество других цирковых, не менее захватывающих номеров. Воздушные гимнасты, бесстрашно взмывающие под самый купол цирка, демонстрируя опасные кульбиты. Сложнейшие номера с качелями и вертикальными поддержками в исполнении целой акробатической группы. Эквилибрист на моноколесе, собирающий целую башню из чайного сервиза у себя на голове. Жонглеры со своеобразными волчками на веревках и многое-многое другое. Сами вот эти катушки, которые крутятся, называются «Диабло». Мы выбрали для себя объединение нескольких направлений. Мы включили акробатику, включили жонглирование и включили, еще добавили танцы, хореографию. И вот такая коллаборация получилась. Достаточно среди артистов и четвероногих. Грациозные лошади, дрессированные поросята и даже крокодилы. Вы знаете, плохих животных не бывает, бывают бездарные дрессировщики. Важно придумать это все. Мы попытались создать с крокодилами веселый номер, чтобы они не были представлены такими там страшными и так далее. Если это получается, вы у зрителей спросите, мы будем очень рады. Что же касается любимцев публики клоунов, то пара весельчаков скучать зрителям не давала, смешив, максимально делая ставку на интерактив. Успели даже снять целый блокбастер со зрителями в качестве актеров. Шоу морских гигантов в Курском цирке ждет всех курян до 11 июля. Спешите за билетами.